Воспитанники спортшколы «Высокогорец» вернулись с областного фестиваля футбола среди детей из моногородов. Специальным гостем фестиваля стал экс-тренер и игрок английской премьер-лиги Микки Адамс. Англичанин провел мастер-классы для юных уральских спортсменов. Уровень игры на Урале на самом деле высок. Причем я не думаю, что сейчас детей надо учить тому, как играть. Самое главное, чтобы они овладели техникой и основами, а дальше просто подключали игровое мышление. Ярик, правое-лево. На фестиваль ездили 11 юных тагильских футболистов, 10 мальчиков и одна девочка, Арина. В своей возрастной категории она входит в сборную Свердловской области по футболу среди девочек. В прошлом сезоне Арина в составе сборной стала серебряным призером России. Прошедший в Екатеринбурге фестиваль поможет завоевывать новые награды. Понравилось, что нас тренировали тренера «Урал». Там были хорошие задания, нам показывали мастер-классы. Всего в фестивале футбола приняли участие более 200 юных спортсменов со всей Свердловской области. Два дня шли тренировки, на третий день – соревнования. Тагильчане одержали 3 победы в матчах с другими командами из моногородов Свердловской области, но уступили первое место по разнице мячей. Проиграли Ревде, команде Ревды 3-2. И не хватило вот гола, если бы было 3-3, то были первые. Также участники фестиваля посетили в Екатеринбурге матч российской премьер-лиги. Урал играл с Локомотивом Москва, и Урал хорошо сыграл, и сыграл ничью 2-2. Надеемся, что фестиваль вдохновил юных тагильских футболистов на новые победы. Александр Мешков, Михаил Крюков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ.